Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Турбинный цех Смоленской АЭС – лидер культуры безопасности. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2088 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 1 января находится в плановом капитальном ремонте. За 15 дней февраля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 701 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 23 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 2,2 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 49 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В конкурсе по культуре безопасности среди подразделений Смоленской АЭС абсолютное лидерство одержал турбинный цех. Как отметил начальник цеха Юрий Осипов, это заслуга всего коллектива, который в очередной раз подтвердил свою приверженность к безопасному выполнению производственных задач. В турбинном цехе трудятся 168 человек, из них 141 – оперативный персонал. Большое внимание здесь уделяется вовлечению сотрудников в производственные улучшения, в максимальное использование имеющегося опыта эксплуатации. Начальник цеха уверен, что в культуре безопасности невозможно достичь вершин и остановиться. Нужно постоянно работать над ее повышением. Такую задачу он ежегодно ставит перед собой и своим коллективом. И это, как показывает практика, приносит положительный результат. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «ЦАЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.